километре произошла авария. Автомобиль ВАЗ-2110 сошел с обочины. Приблизительно его скорость 130 км в час. Срочно нужны спасатели. Резкие звуки, но машину повело вправо, прямо в обочину на скорости перед ушвалу. Свернув колеса на бок, дважды толчки удара. Машина была словно после войны Вьетнама. Спасатели были рядом, но было поздно. Люди, что находились в ней, были неопознаны. Только собака, животное, что было сзади, прижато телом девочки, обнявшей ее в страхе. Достав тела людей, животное скалило зубы, пытало защитить хозяев, потерявших души. Не было сил, не слушало движение тела. Пару моментов и собака прилегла на землю. Погибло 3 человека. Приблизительно время смерти 18:00. Маленькая девочка около 7 лет и женщина с мужчиной около 30 лет. В живых осталась только собака. Хотели накормить, но не давался людям. Пес ворочил голову и морщил сухой нос. Он ждал хозяина, когда же он вернется. Среди груда обломков верил, что он найдется. Но время шло, памятник зарастал цветами. Собака охраняла память своих хозяев, смотря вперед на дорогу, ища ответы. Почему он не пришел, ведь я был очень верен у человека, что видел это все напротив. Работавший ГИБДД, устроившись на осень, забило сердце, решил приютиться. Только заплакал он, увидев собаке глаза. Налило сердце, ну что ты, встань, друг, сделай воды глоток, съешь хоть хлеба чуть-чуть. Я не могу смотреть, как ты тут гибнешь. Теперь я верен, что собака лучший друг, я убедился. Он присел на колени, протянул руки псу, увидев, что собака тоже роняет слезу, приобнял как родную, до боли в силу. Зарычав, пес руку его скинул. Сделав рывок, пес встал из последних сил. Вздохнул глубоко, попытался вперед пройти. То ли силы, то ли просто пришло время. Пару шагов и бездыханно упало тело. Через пару дней экспертиза выявила, что водитель не справился с управлением. А как говорят свидетели, проезжавшие мимо до аварии, что собака помешала водителю, закрыв ему обзор дороги своим телом.